С сегодняшнего дня Дагестан вступил в первый этап выхода из режима самоизоляции, о чем накануне по итогам заседания оперативного штаба сообщил первый вице-премьер правительства региона Анатолий Карибов. Так, возобновят свою деятельность предприятия площадью до 400 квадратных метров, работающие в сфере услуг, продовольственного комплекса и торговли непродовольственными товарами. Но при этом масочный режим все еще сохраняется, так же, как и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Несколькими днями ранее в Махачкале открыли для посещения парки, скверы, открытые стадионы, пляжи, площади и бульвары. Теперь официально разрешено совершать прогулки поодиночке и группами не более 2 человек. Однако установленные правила, как и ранее, готовы соблюдать далеко не все. Раньше за нарушение режима самоизоляции грозил административный штраф. С сегодняшнего дня также официально разрешено проводить совместные занятия физической культурой на открытом воздухе. Делать это могут не более 5 человек, соблюдая дистанции в 1,5 метра друг от друга. Напоминаем, что республика будет снимать ограничения постепенно в несколько этапов.